Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе Харе. Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе Харе. Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе Харе. Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе Харе. Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе Харе.
Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе, Харе. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Чакшурун милитамина, тасмай Шри Гураве намаха. Шри Чайтанья манопиштам, стапитам йена бутале. Свайам рупа кадамахьям, дадати сва падантикам. Ванчакалпатарубьяща, крипа синдубьевача. Патитанам паванипьо, вайшнайпьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда. Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шимате Бхакти Виданта Свами Нитинамине. Намасте Сарасвати Деве, Гоуравани Прачарине. Нирвишеша Шуньявади Паштата Дешатарине. Ададанастрина дантар дамьяче пунах пунаха Шима трупа падамбуджо дулисян джанма джанмани Ширу парати манджан йор ангрисева кагридунам Асанкена пиджанишу раджавасу стуменишам Чинта мани пранаматам раджанагаринам Чуда манир кула манир ришабану нам нах Сашьяма кама варашанти манир никунджа Буша манир хрида Самманирна. День Бахулаштами на Радхакунде. Нам очень всем сильно повезло. Хотя официально Джива Госвами говорит, что день явления Радхакунды на Пурниму, Чайтра Пурнима, весной, когда Кришна убил Ариштасуру. И так как все уже многократно, наверное, слышали все эти истории, мы попробуем сказать немножко о Вираха Бхаве, который царит здесь, и о том, как нам практиковать. Сегодня здесь у вас будет служение, и Рагунат Дас Госвами
Прайоджана Ачарья милостиво дает благословение всем, кто будет служить здесь. Неважно, чистить берега, что-то пожертвование какое-то дать местным жителям, угостить кого-то, ступеньки почистить. Даже если ничего не можешь, воду влить в Радакунду, подошками своими зачерпнуть и влить, потому что это самое бесценное, что есть. Принять омовение, это все считается как служение. Вознести молитвы. Он говорит, тата ти сурабхи рада кундама ваше время. Сам он принимает прибежище здесь, и он показал всей своей жизнью. Уж принял, так принял. Принял, и все, ни шага в сторону. Все время здесь, много-много лет, почти 50 лет Рагунат Дас Госвами провел здесь, на Радакунде. Ежедневно принося много поклонов, думая о каком-то вайшнаве. Он вспоминал свою жизнь в Пуре, плакал в разлуке с Господом Читани, со Сварупой Дамодарой, со всеми остальными спутниками Гуранги. И приносил им свои поклоны. Потом он вспоминал разные святые места в Навадвипе, во Врадже, из игр Кришны, даже те, которые не были открыты, просто он вспоминал какие-то места. И приносил поклоны. Сам он не обходил, нигде не пишется, что он ходил по Враджу. Но мысленно он созерцал все эти места. О, Йоат. В своей Сидасварупе, как Туласи или Рати Маджари, живет там постоянно, вечно. Служит в Паракия, Рась, Шмати Радарани. И Рагунат Дас Госвами дает такое вот благословение те, кто будет читать Радакунда Аштаку, слушать Радакунда Аштаку, Шьяма Кунда Аштаку, написанную им. Обретут величайшее благо, встретятся, увидят Раду Кришну. И он там советует, что вот надо служить, надо как-то здесь послужить, поэтому это здорово. Вайшнавы, в зависимости от своих амбиций, садыки, даже вот нити ситхи, когда приходят и играют роль садыков, они по-разному молятся, у них лаваса, лоулям, жадность такая духовная проявляется в их молитвах. И при этом, так как у них необыкновенно величайшая любовь к Раде Кришне, это делает их также необыкновенно смиренными. И они, нельзя сказать, что соревнуются в своем смирении. У них нет в этом соревнований. Но для нас интересно посмотреть, как они заявляют о себе. Некоторые молитвы вайшнавов, даже язык не поворачивается произносить, как Кришнадас Кавираджа Госвами о себе пишет, как народ Тамадас Такур о себе пишет, Прадхане, в некоторых песнях. Прямо никак не сказать даже это. Может быть, на бенгале это можно спеть. Но на русском язык не поворачивается. Можно сказать о Браме, мы его не знаем, который молится, чтобы стать где-то здесь камушком, может быть, во Вриндауне. Господь Шива молится, все так молятся. Прабхадананда Сарасвати такой, хотя он и не жил здесь, он жил на Ямуне. Но он красиво в Радарасу Данитхе молится. Яткин Каришу Бахушах Калука Кувани Нитям пура, Парасья Пурушасья Шиканда Молих Тася Кадара Санидерви Шабану Джаяс Татке Ликунджа Баванангвам Марджанисям. Когда же я стану метелкой для подметания кунджа, кели кунджа, игривых кундж во Вриндаване, где Рада Кришна наслаждается Вришабану, Сута Вришабану, дочь царя Вришабану, Радыка, играет здесь свои игры со Шьямом. И она раса Нидер, раса Нитхи, океан расы. И как же он молится? Я хочу стать метелкой здесь. А вайшнавы, которые вслед за Прабхадананда Сарасвати Такуром иногда цитируют это, они говорят, я хочу стать одной веточкой в этой метелке.
То есть метелка, именно состоящая из прутиков. Веник такой. И вот им Манджари подметает. И Манджари, когда подметает кунджу, то Прабхананда Сарасвати Такур говорит, такое откровение делает, такую лилу, что вот это Шиканда, Маулих, то есть тот, кто украшен, он даже по имени называет Кришну, он говорит, тот, кто украшен павлиньим пером, то есть у него в волосах, или корона из павлиньих перьев, или павлинье перо. Хотя он парасья, пурушасья, парма пуруша, ну, то есть изначальный Господь, абсолютная личность Бога. И он что делает? Яткин, Каришу, Бухушах, Калукаку, Ани. Он жалобно умоляет служанок Радыки, Кинкари, о том, чтобы встретиться с этой Радыкой. Это очень необычно. То есть Кришна умоляет, чтобы встретиться с Радыкой, служанок. И это, хотя мы знаем, здесь проходит нить лилы, и Кришна всегда встречается, каждый день встречается с Радыкой здесь, в апракат лили, все время. То есть скоро будет это время, или уже настало. Приходит сюда, и Радыка приходит, они встречаются, много часов проводят здесь вместе. Это сладкие игры, самбога, лила, встреча Рады и Кришны, полные веселья, наслаждения, смеха, шуток. Но пример, который показывает Рагунат Дас Госвами, вспоминая эти лилы, веселые, шуточные, он записывает их в Мукта Чарите, в Данакеле Чинтамане, в других своих произведениях тоже упоминает разные шутки. Но тем не менее, самого его поведения, зачем мы должны следовать, если мы за ним следуем, хотим обрести высочайшее благо, то он описывает Вираху, он плачет. Вилапа Кусуманджали в своем последнем произведении, Вилапа, стенание в разлуке, причем с Радыкой. Больше всего то, что проявляет Рагунат Дас Госвами, потому что ему можно. Всем остальным, как ачарям, таким вот прям при жизни ачарям, им надо было показывать пример, что все расы хороши, выбирай на вкус. Рупа Госвами, как ачарья Бхакти Расамрита Синда, указывает про все разные расы в отношении с Кришной. Ему нужно обо всем написать, все прочитать, все. Но Рагунат Дас Госвами ни о чем не беспокоился. Просто полностью послушный своему сердцу, плакал здесь, записывал молитвы. Он плакал о милости Радарани. Встречая ее в своей душе, получая эти даршины, участвуя в лилах. И при этом, если мы поймем, что когда ты что-то прекрасное увидел и лишился этого, то это еще больше доставляет боли. Мы не знаем. Вот Рада Кришна, окей. И разлука с ними, которая у нас сейчас прямо проявлена, вот прямо сейчас, не доставляет нам огромной боли. Потому что нет этой встречи, и нет осознания красоты и качеств Радхи и Кришны. А Рагунатхи было это, поэтому он плакал. Каждое мгновение. То есть, представляете, не есть, не пить, а постоянно плакать. Из чего там вода? Полностью трансцендентные слезы. И вот Вилапа Кусуманджали, он плачет, в конце концов, начиная свои молитвы. То есть, есть вступительная Мангала Чарана. И потом он говорит, сейчас я попрошу тебя кое о чем, о Раде. Пожалуйста, исполни желание этого безумца. Я хочу навсегда быть с тобой. Всегда служить тебе. И приводит три примера, как можно ощутить разлуку или боль в этом мире. Что дает разлука Рагунатхи, что дает разлука Кришне, Радхе, любому, кто испытывает разлуку. Больше всего говорится, что Вираха Агни сравнивается с огнем, который сжигает изнутри. И когда огонь горит внутри, ты поливай себя сколько хочешь, можешь там в холодный душ вставать или что угодно, но если огонь внутри горит, пожар,
любви разгорелся, то он сожжет дотла. Поэтому Рагунат говорит, что я твоя служанка, я горю в лесном пожаре разлуки с тобой. Пожалуйста, умоляю, немедля оживи меня своими нектарными взглядами. Мы знаем, что Кришна оживлял, то есть Айшварья так, да, проявил, но так, чтобы никто не видел. Можно было по последствиям догадаться, что это он так оживил мальчика-пастушков и телят на Кали-Агате. Да? То есть он взглянул на них, оживил. Он оживил мальчика-пастушков, которые зашли в пасть Агасуре. То есть взглядом Кришна может оживлять. Радыке незачем проявлять такие ситхи. Вот оживлять из мертвых. Если она в разлуке, то больше всего, кто требует оживления, это она сама. И уже не поможет взгляд Кришны даже, чтобы ее оживить. Кришна должен сам прийти. Таннах, Прасида, Вриджинардана, Тенгри, Мулам, Прапта, Висриджа, Васатиства, Тупаса наших, Тватсундара, Сметани, Рикшана, Тивра, Кама, Таптат, Манам, Пурушанам, Бушанам, Дейхи, Дасян. Шримад Бхагаватам гопи говорят, что ты зажег этот Тивра Каму, ты ужасный огонь страсти, любви к тебе зажег. Ты. И только ты можешь это потушить. Больше никто. О, украшение всех людей, да, мужчин, Пуруша Бушана. Только ты можешь это сделать. И Радыка, ей недостаточно будет просто взгляда Кришны. И настроение Радхи принес Господь Чайтанья. Он показал, что значит боль в разлуке. И Рагунатха смотрел на все это. Он был свидетелем, как Господь Чайтанья переживает разлуку. То есть, как Радха переживает разлуку с Кришной. В Кришном настроении Радыки. Значит, все, что он говорил в Гамбире, таких в погружение в это настроение, прежде всего разлуки с Кришной. Он говорил так, как будто это говорил и Радха. Кахан мора прананатха мурали вадан. О, где же этот играющий на флейте? Где же Кришна? Куда ушел Господь моей жизни, играющий на флейте? И терся лицом о стену. Невиданные до этих пор признаки блаженства духовного испытывал Господь Чайтанья. И Рагунатха был свидетелем этого. И мало того, его шикша-гуру Сварупа Дамодара объяснял ему, что это значит вообще. И о чем тоскует Господь Чайтанья. Поэтому, когда Рагунат пришел сюда, у него был этот пример в сердце. Как же плачут по-настоящему. И теперь Господь Чайтанья погрузил его в этот плач. Потому что, описывается, любовь у него была больше Господу Чайтанья. Он спутник Господа Чайтанья. Вот там, в Пуре. Вместе с ним. И когда ушел Господь Чайтанья, ушел Сварупа Дамодара, то Рагунатха хотел покончить с собой. То есть жизнь без своего возлюбленного Гауранги невыносима для него была. И что-то изнутри ему подсказало. Мы знаем, что Господь только изнутри подсказывает, тем более таким личностям, что иди во врач. Там с Гвардхана сбрось. Ага. И он отправился сюда, на счастье нам всем. И как бы вот так получилось, встретил Рупу и Санатану, которые благословили его на жизнь здесь, на баджан здесь, на Радакунде, где он все время плакал. И он сам понимал, что значит разлука Радыки с Кришной. И его разлука такая же с Радыкой. То есть все чувства Радхи открыты вечным служанкам Радхи, Манджали. И поэтому он испытывал это все, то же самое. Поэтому он говорит, я сгораю в лесном пожаре разлуки с тобой. Мое тело подобно лиане. Лиана никуда не убежит. Может быть, олень куда-то выбраться из пожара. Какие-то животные, может, очень быстрые, пантеры, там, тигры убежать. Но лиана никуда не убежит. И даже если маленький огонь, все равно она сгорит. Поэтому он говорит, никакого спасения другого нет.
никакого дождя сверху. Просто взгляд твой, Радха. Но перед этим он еще два стиха говорит. Он говорит, что я тону в океане печали, разлуки с тобой. Пожалуйста, забери меня на надежные лодки своей милости, в прекрасную обитель твоих лотосных стоп. То есть он обращается к Деве, Раде. Пожалуйста, я тону в океане печали. В океане, если тонешь, если где-нибудь в центре, ну никаких надежд. Можно у берега еще придумать, ну может быть что-то, может быть кто-то увидит, может как-то спасут. Но если это в океане и со всех сторон вода, никакого спасения, кроме чуда. Правильно? Только чудо. А ему никакого чуда не надо. Ему нужна только надежная лодка лотосных стоп Радхики. Только к ней он хочет привязаться. Никакого спасательного круга, катера, самолета. Только стопы Шри Радхи. Вот там быть. Рядом с этими стопами, к которым он так привязался, как играя роль садыки. Ситха, как рати, туласи, манджари, постоянно им служит, постоянно вечная привязанность к стопам радхи. Но как садыка он объяснял, это возможно развить. Следуя по стопам Рагунатхи Даса Госвами, можно развить такую щемящую боль в сердце, разлуку со стопами Шри Радхики. И желание служить им. Потому что медитация просто на стопы мало что даст. Это как йоги. Можно развить мистические силы, силу ума, такую концентрацию. И сидеть медитировать на стопы божества. Но самое-то главное, что за этим стоит. Если там нет Сева Адикары, ну и чего? Может быть Шанта Раса максимум. А так, скорее всего, желание освобождения. А как служить? В какой еще расе служить? Мы не следуем по стопам Вришабана Махараджи Киртидеви. То есть мы за Господом Читания, конкретно Гопи Бава, в которую входят Саки Бава и Манджари Бава. То есть только в одной расе, Мадуре расе, служат Шримати Радхарани. При этом Рагунат говорит, как я буду служить? Можно служить, будучи подругой. То есть по татве все являются слугами Кришны. То есть все вообще. Экале Ишвара Кришна Арасаба Бритя. Единственный Ишвара, повелитель Кришна, остальные его слуги. Все. По расе не так. По расе мама Ишода командует Кришной. Нанда, пастушки, гопи. Все. Он всем готов сдастся, если у них есть любовь. Према ваша, качество такое Кришны. Хочу сдастся любви. Хочу, чтобы любовь увлекла меня вообще. Делайте со мной все, что хотите, если вы меня любите. Вот так вот Кришна. И ему повезло, что у него вокруг, рядом с ним, такие любящие преданные. Как-то вот так получилось. Как-то. Как-то они любят его так, больше, чем свою жизнь. И когда Рагунат Дас Госвами испытывал это чувство разлуки, он подумал, в океане, может быть, я проживу какое-то время. Но на самом деле в разлуке с тобой не могу ни мгновения. И поэтому он следующий стих говорит. Он говорит, что какая-то черная змея укусила меня. Черная змея разлуки с тобой. И этот яд проник в мое тело. Все, я совсем скоро умру. И единственное спасение для него, для меня, чем ты можешь меня спасти, Деви, и только ты сможешь меня спасти. Это пылью с твоих лотосных стоп. То есть он уже ближе к Радхике. Не просто в океане где-то тону. Я уже сейчас укушен и прожить смогу едва ли. Без спасительного средства. То есть никаких заклинаний, никаких врачей. Никто не поможет. Вот здесь лежит больной студент.
или, можно сказать, садака. Его судьба неумолима. Несите прочь медикамент. Болезнь любви неизлечима. Невозможно излечить. Все врачи потерпят поражение. Будь то Авиценна или еще кто-то, Маха, гигант. Тханвантари даже, если придет к Рагунатхе. Представляете, сам Тханвантари. Пришел к Рагунатхе. Че ты горишь-то? Че ты укушен змеей, да? Давай какую-нибудь надобь я тебе сейчас дам. Мантру прочитаю. Браманы могут собраться вокруг него, которые знают заклинания против яда змей. Аргуна говорит, не поможет. Ничего не поможет. Только пыль с лотосных стоп моей госпожи Радхики. И хотя вот так вот служат Радхики, как Саки и Манджари, и Радхика вполне могла бы предложить место своей подружке Туласи или Рати Манджари. Но Вилапа Кусуманджали, он говорит, «Падабджайоста вина вардася мэва, нанят кадапи самае киладеви ачи». Сакья эте мама намосту нитям, дася эте мама расосту саттям. Я служанка твоих лотосных стоп и ничего не хочу. Даже если ты мне предложишь стать твоей подружкой, все поклоны этому всегда, на всю жизнь, на вечность предлагаю поклоны этому твоему предложению. Но у меня нет даже запаха желания стать твоей подружкой. Потому что настолько испытываю расу, служение тебе, хочу быть только твоей служанкой. Каждый в духовном мире полностью счастлив своим положением. Полностью счастлив. Кому бы вы что ни предложили, он не хочет ничего менять. Это стая Бава. И его стая Бава. Манджари, Кинкари, Рада Дася. Рады Капали Адаси. Все время будете лотосный стоп Радхики служителей. И когда мы приходим сюда, это история про возникновение Шьяма Кунды, Рада Кунды, когда Кришна топнул пяткой своей левой, Ачарьи говорят, левой пяткой топнул. Вот отпечаток в земле, такая рытвина была на самом деле, отпечаток от копыта Риштасуры, огромного быка, то он призвал туда священные воды, разные, много всех разных вод со всех сторон, океаны тоже разные, и они все там, всегда в Шьямакунде. И потом, когда Радхика тоже захотела сделать прекрасный пруд, они захотели приносить воду с Манасигамы. Но Кришна говорит, ну как, давайте танцевать, ну чего уж там. Ну, зачем так утруждать себя? Позволь водам с моей кунды войти в твой пруд. А Радхика говорит, не-не-не-не. Ты осквернен убийством быка. Зачем нам такое счастье? Но тогда Кришна, его желание должно исполниться, и поэтому олицетворение всех святых вод во всей Вселенной вышел и попросил Радыку, пожалуйста, дай нам возможность послужить тебе. Это единственный шанс вот так лично тебе послужить всем нам. Потому что ты никогда не оставляешь Вриндаван. Ты никогда не пойдешь омываться на океан. Ни соленый, ни какой бы то ни было другой. Правильно? Ни в какую Гангу. То есть никуда не пойдешь. Для нас единственный шанс как-то послужить тебе, это здесь проявиться хоть чуть-чуть, хоть свою капельку сюда. Милостиво просто молился, прославлял Радхарани. И Радха тогда качнул, говорит, хорошо, входите. И воды со Шьямакунды вошли в Радхакунду. То есть, по идее, в Радхакунде вода из Шьямакунды. Это так, как было здесь объяснено ачарьями 5000 лет назад произошло. Но есть вечные Радхакунда, Шьямакунда, где Рада Кришна играет. И Вишванатха Чакравартакур очень красиво описывает, что это сама Радхика и сам Кришна растопились от любви.
Одно из имен Радхики – Каруна Видраваддхи, что ее тело плавится от сострадания, то есть расплавляется. Это вот здесь, в материальном мире. А в любви, в духовном, на духовном плане, ее тело плавится от любви к Кришне. И тоже получается Радхакунда и Шьямакунда. Но так или иначе, вот мы пришли, и я могу перечислить несколько океанов вслед за Прабхадананда Сарасвати Такуром, а вы сейчас внимательно слушайте и попробуйте, ну и подумайте, в каком бы из океанов вы хотели бы омыться. Вайдагья Синду, Анурага Расаяка Синду, Вацаля Синду, Атисандра Крипаяка Синду, Лаванья Синду, Амрита Чаби Рупа Синду, Сарадика Спуратуме Хриди Кели Синду. Пускай же Радика проявится в моем сердце. Она олицетворяет, или как проявляется, как семь океанов. Вайдагья Синду, океан искусности. Анурага Расаяка Синду, океан Анураги, Анурага Расы. Вацаля Синду, океан материнской любви, родительской любви. Атисандра Крипаяка Синду, сгущенного сострадания, сгущенной милости. Лаванья Синду, океан изящности, элегантности, сияния такого любви. Амрита Чаби Рупа Синду, прекрасная ее красота, как нектар. Вот этот нектар, тоже сгущенный ее красоты, разных форм. И Кели Синду, океан игривости. Но это не все, это просто у Прабхадананды Сарасвати Такура не поместилось все остальные океаны всего лишь в 4 строчки. Шлока — это 4 строчки. Поэтому, когда кто-то говорит, что 7 океанов, но на самом деле нет, Радхика не 7 океанов. А где же океан терпения? Есть? Она океан терпения? Океан терпения. Кто может выдержать такие издевательства Кришны? Ну, кроме Радхи. Ну, никто не выдерживает. То есть, даже попробовать Кришна боится. Если он с остальными так сделает, так как с Радхой, все. Разлука навсегда. То есть, рискованно вообще. Или терпение, когда Падма подбрасывает гирлянду Джатиле и говорит, эта гирлянда принадлежала Кришне, а потом Радха взяла ее. Ну, то есть как-то обманывает. Джатил начинает ругать Радхику. Радхика терпит. Кто-то еще жалуется Абиманию. А он начинает ее ругать. Так называемый муж. Она терпит. Иногда соперницы посылают козла в ее огород, где она посадила цветочки, чтобы делать гирлянду для Кришны. И этот козел съедает эти цветочки. И она терпит. Терпит все, что говорят про нее. Океан терпения. Океан смирения. Много-много, бесконечное количество качеств. Рупа Госвами всего 25 перечисляет основных в Уджала Ниламане. Но тем не менее, океаны, океаны, океаны. Ну вот мы 7 сказали, в каком вы хотите омыться? В каком больше? Искусности. Анураги. Анураги, даже если бы хотели, не омылись. Потому что уровень анураги выше премы. Прем, снеха, ман, пралая, праная, рага, анурага, бава, махабава. Анурага в этом теле, садаки, не светит никому. Сердце уже прему не выдерживает. Анурага. Как проявляется у Радхики анурага? Это значит, что все время возлюбленный кажется новым и новым. Все время. Вот. Утром, там, не каждый день, но иногда приходит в Еват Шьямала. Подружка. У нее своя группа, она Ютешвари. Она не в группе Радхики. У нее своя группа. Но она дружит с Радхикой.
она приходит в Ивад, чтобы застать Радыку, когда та еще не омылась, чтобы как-то пошутить с ней, поиграть с ней, поговорить. Потому что она знает, Кришна был с ней ночь, каждую ночь. Она приходит, задает Радыке вопрос, как сегодня прошло? И Радыка, о чем ты? Плоды на моем дереве еще не созрели даже. Плоды моей любви не созрели. Я не... Так... Как это? Эти плоды твоего древа любви видны на твоем теле? Я ж вижу. Она Саки видит. Радыка еще не привела себя в порядок. Она еще на кровати. Шьямала быстренько просто туда пришла. И видит, что на самом деле там Радыка была с Кришной. И начинает шутить. Но в конце концов она понимает, что Радыка полностью погружена в эту анурагу. Как будто ничего не было. Даже если что-то было, не помню уже. Что-то как-то любовь увлекла, что-то там происходило. Ничего не помню. И потом встреча с Кришной как заново, опять. Иногда описывается, Рупа Госвами говорит, Радыка подошла, взглянула на Гвардхан. О, кто это? Что это за синее сияние там? Что это за туча на Гвардхане с молнией? Ой, я никогда не видел ничего более прекрасного. Кто это вообще? Иногда ей говорят в какой-то момент, Шьяма там. Шьяма? Кто такой Шьяма? Какое красивое имя. Я никогда не встречалась с ним. Шьяма. И все такие, мама родная. Ну, то есть это не наша любовь, да, это анурага, это вот там. Но мы должны все равно понять, что такое есть. Такое удивительное. Вайдагья Синду, океан искусности. Ну, кто более искусен, чем она? Другое имя Калавати. Очень искусная девушка. То есть это значит, что разбирается во всех искусствах и владеет ими. Владеет ими не потому, что училась, а просто они присущи ей. Вот просто так. Вот просто так берет и готовит. С детства взяла из глины, сготовила печенюшки. Великий йог. Дураса съел и все. Он говорит, ничего подобного не ел в жизни. Ну, дал благословение, чтобы все так услышали. Нужно поучаствовать тоже в этих лилах. И Радыку потом после этого благословения все, Яшода зовет к себе домой готовить для Кришны, для своего сына. И Радыка приходит и готовит такие блюда, что Яшода входит и говорит, ты такая искусница, ты такой величайший повар. Радха, где ты этому научился? Ну, нигде не учился. Все учатся у нее. Она является гуру любви для всех прекрасных девушек в Раджа. Это одно из ее имен. Ачарьи говорят, что так вот, она гуру для всех девушек в Раджа. Гуру любви. Как проявлять любовь к Кришне? Никто лучше ее этого не знает. Откуда она знает? Вечно врожденная. То есть самодостаточный, самопроявленный гуру. Да? То есть обычно нужна парампара какая-то. Вот. Даже Кришне нужна парампара. Да? Кришна учился 64 искусствам у Сандипани Муни. То есть ему нужна какая-то парампара, как научиться этому. А Радыка нигде не говорится. Она пошла и у какой-то гуру обучалась этим искусствам. Нет. Вот просто может рисовать так, что не отличишь. Говорится, соком тамала нарисовала на земле портрет Кришны и упала на землю, обнять его, пытаясь. Просто. Фу. Кришна сам учится у нее. Радыка према гуру, ами шишья над. Я ученик ее премы. Према Радыки является моим гуру. Я учусь у нее. Когда Кришна танцевал перед своими пастушками так искусно, то есть его враж так. Пастушки и друзья там танцуют. Они танцевали все это. Он так смотрел, да, нормально, красиво. Саду. Они такие, ну давай ты станцуй. И Кришна стал так танцевать, и все такие, вау, вот это да. И Кришна такой, ну вот, вот он я какой. И Шридам говорит, слушай, а так нечестно. То есть, ты вообще-то, у тебя гуру есть. Как ты можешь принимать на себя эту похвалу? Ты же можешь потерять даже свой талант.
если ты не прославишь своего гуру. Я же знаю, у кого ты учился. И Криша такой голову наклонил. Ришабану нандини, тапта канча на горанге. Поклоны. То есть океан искусности. Ну и любое, что не возьмите, любое искусство. Искусство обманывать Кришну. О-о-о. Смотрите, какое искусство красивое. Рупа Гасами. А, нет, это Прабхананда Сарасвати Такур во Вриндаван Махимамрите пишет. Кришна притворился спящим. И Радика стащила у него флейту. И потом стал так горевать. О, Кришна, где? Когда Кришна стал искать флейту, типа, то Радика стал так горевать. Флейта, где ж твоя флейта, Кришна? И гопи и Кришна, конечно, залились смехом, потому что все знали, у кого флейта. Но так поиграла в театр. Ватсалья Синду. Океан родительской любви, конкретно материнской, раз она тело девушки. То к кому? Конечно же, больше всего тем, кто младше. То есть ватсалья означает любовь тем, кто младше, тем, кто меньше, тем, кто нуждается в любви, в заботе, в кормлении. Потому что основные такие качества любви ватсалья, расы, это лауна-пауна. Защищать пауна и лауна. Ласкать, кормить, ублажать. И вот это она свою защиту дает своим палья-даси. Кинкари. Радика Палья-даси, вот эти служанки, защищенные Радикой, она проливает на них вот эту расу любви. То есть у нее, она полна этой бавы, океан материнской любви. Она говорит, моя рупа, моя туласи. Дальше океан сострадания, ну пропустим позже. Следующий океан Лавани. Лавани это не только, это переводится как изящность, элегантность. Рупа Гасвами Уджала Ниламани говорит, лавани это значит сияние жемчуга. Ну, примерно так можно сравнить, как жемчуг сияет вот сам по себе как-то. Белый. Такое сияние. Но хорошее объяснение это когда влюблены. Когда юноша и девушки влюблены, то из них исходит эта аура любви, красота такая, вот какой-то свет. Вот это. И вот это вот лавани. И Кришна является Лаванья Сара, сущностью всей Лаванья, всего этого изящности, элегантности, это Шримад Бхагаватам. Но сам эта сущность Сара, сущность Лаванья, он тонет в океане Лаванья Синду, Радыки. Следующий океан это Амрита Чаби, Рупа Синду, красоты Радыки. Красоты ее форм, как бы она себя ни проявляла, это будет очень красиво. И Рупа Гасвами пишет, что настоящая рупа, красота, это когда человек красив без украшений. То есть когда не нужно вот гирлянд, сережек, губной помады, что бы то ни было еще. Подводки для глаз. Все красиво и так. Вот удивительно красиво. И для Кришны именно так. Для Кришны красота вообще определяется, чем больше человек его любит, тем больше он красив для Кришны. Только таким образом. Лалита Мадави Рупа Гасвами пишет, что когда Кришна вместе с Гарудой пришли похищать Рукмини, то Гаруда сказал, посмотри, как она красива. Я видел Лакшми, когда вот она вышла из океана, там, когда пахтали, но она вообще не годится. Никак, в сравнении вот с Рукмини. А Кришна говорит ему, подожди, не говори мне ничего о ее красоте, скажи, как она любит меня. То есть вот так вот Кришна воспринимает красоту. Но тем не менее он говорит, я бесконечно красив, я Мадан Мохан. Я своей красотой сшибаю всех с ног просто, все валятся, увидев меня, даже полубоги, в мужских телах. Не важно вообще, какие живые существа, какие у них тела. Я появляюсь, брошу взгляд, и все
падают от моего очарования, от моей красоты. Но, говорит, я не могу устоять от красоты Шри Радхики. Вот такая вот, вот Синду, океан красоты такой. И Келли Синду, океан игривости. Ну, те игры, которые Радхика разыгрывает с Кришной, Кришна без ума, Кришна не может устоять. Ман тоже туда входит. Это тоже игра, когда Радхика обиделась. Это тоже игра. Но есть большие игры, есть маленькие игры. Есть маленькие, совсем чуть-чуть маленькие. И Кришна счастлив. А есть разыгрываем надолго. Там, несколько часов могут играть. Для Садыки это может быть как... Вот сколько он сможет сосредоточиться и не есть, не пить, не спать на эту лилу. Вот столько длится эта игра. Потому что каждое мгновение этой игры настолько дорого, так интересно рассматривать. Рагунат Дас Госвами описал две больших игры. Мукта Чарита, вот здесь недалеко, пруд Малехара Кунда, где это произошло, где гопи и Кришны проиграли эту игру. Посадили жемчуг. И у Кришны вырос, выросли лианы и дали жемчуг. А у гопи нет. И там много смеха, счастья и... Интересная игра. Есть Дана Келли Чинтамани. Игра, похожая на то, как описал Рупа Госвами в Дана Келли Кумуде. Только в Дана Келли Чинтамани Рагунат описывает очень сильно красоту Шримати Радхарани словами Кришны. То есть, как Кришна видит эту красоту, как Кришна в эту Рупа Синду ныряет и вынырнуть не может. Он говорит: ты должна заплатить мне налог. И это все за твою красоту, за твои глаза. Твои глаза, как сапфира два, два голубых сапфира. И счастлив тот, кто обретет два этих синих мира. И Кришна такой: раз твои глаза, как сапфиры, ты должна мне за них миллион сапфиров. Вот за то, что у тебя есть такие глаза, ты должна мне миллион сапфиров. И вот так вот, шутя, он описывает красоту Радхи. За что ты должна заплатить? Но на самом-то деле, вот если мы видим какую-то красоту, кто должен платить? Тот, кто смотрит, правда? Ну, это по-честному. Ты идешь в Эрмитаж, в Лувр куда-то еще, в Русский музей, какой-то музей, там картины какие-то. Красоту видишь, но чтобы туда войти, плати денежка. Правда? Хочешь посмотреть на красивое, плати денежки. Вот хочешь оригинал какой-то получить, картины кто-то рисовал, ну, плати большие денежки. Хочешь подделку? Вот, пожалуйста, китайская. Меньше денежек. Но тоже красиво. А вот оригинал. Вот эти два оригинальных сапфира. Два синих лотоса. Индивара Акши. Красивое имя у Радхики. Лотосаокая, но только Индивара — это синий лотос. То есть сразу напоминает Рагунат, какие у тебя глаза, Радхика. Синие. Синеокая. Да? И так в каком океане-то вы хотите окунуться-то? А? Сострадание. Громче только, чтобы. Сострадание. Вот громче все-таки крича сострадание. Ну, это на самом деле будет правильнее. Какие нам еще океаны нужны? Все остальное придет. Если Радхика прольет свою милость, тогда все будет хорошо. Потому что, как мы сказали, имя, одно из имен, Рагунат Дас Госвами говорит: Каруна Видрават Дыха. Ее тело плавится от сострадания. То есть настолько сильно испытывает чужую боль. Про вайшнава говорят: Парадукка Дуки. То есть он испытывает страдания, видит чужие страдания. Как в той же Вилапа Кусуманджали, прославляя Санатану Госвами, своего тоже Шикшигуру. Он говорит, он испытывал страдания по поводу несчастья других людей. И также его сострадание было ко мне неимоверным. Он заставил меня выпить океан отречения, хотя я не был готов к этому. То есть вот Санатана пролил на меня милость. Я не был готов к этому. Но все благодаря милости. Вот так благодаря милости Шримати Радхарани, по милости Кунды. Но самое интересное, если вы пропустили вдруг,
если не уловили, то где все эти океаны находятся? Все. А? Ну, в Радакунде и в Шьямакунде. Поэтому, если вы хотите омыться хоть в каком-то из этих океанов, или во всех сразу, вот тогда надо просто омыться в Радакунде, в Шьямакунде. И все, и вы омоетесь во всех океанах сразу. В океане и сострадания, и искусности, и элегантности Радыки, во всем. Вот сколько получите, сколько мы можем получить, это уже как кому повезет. Какой будет настрой, какое будет служение перед этим. Как Господь Чайтанья со спутниками, со своими чистил храм Гундича. Три раза. Грубая очистка, тонкая очистка. Потом водой уже все смывали. То же самое, в принципе, здесь. Может так отнестись. Медитирую на эту игру Господа Чайтанья, потому что мы все следуем за Господом Чайтанья. То есть вход Ятха Гоура Падаравинде. Ятха Гоура Падаравинде. Ныряя в океан служения Господу Чайтанья, выныриваешь на Радакунде. Поэтому медитирую на то, как там они мыли каждый год перед Радхаятрой храм Гундича. Здесь можно так вот послужить, помыть что-то, поделать. Аккуратно. И потом с молитвой, со слезами принять омовение, потому что Кришна сам приходит принимать омовение. Татати Сурабхи Рада Кунда Малашвэм. Он тоже принимает прибежище Ашая у Рада Кунды. Приходит сюда. Когда он в разлуке, когда ман, любовная досада, обида у Радыки, и ничего не помогает, он приходит к Рада Кунде и говорит, ты же сама Радыка. И начинает служить ей. Своими слезами, молитвами. И вот океан сострадания Крипаека, Ати Сандра, сгущенный океан сострадания, сгущенный океан милости Шимати Радхарани. Рагунат Дас Госвами пишет, Вишака Ананда Дастотри. Баджами Радам Аравинда Нетрам, Смарами Радам Мадура Смитася, Вадами Радам Каруна Барардам, Тома Аньясти Гатир Накапи. Нет у меня другой цели, кроме Радыки, кроме ее лотосных стоп. Потому что Баджами Радам Аравинда Нетрам. Я поклоняюсь той, у кого лотосные глаза. Какие глаза? Какого цвета? Синие, темно-синие глаза. Смарами Радам, Мадура Смитася. Я помню о Радыке, чья прекрасная, сладкая улыбка. Она для кого? Прежде всего для Кришны. И естественно, с небольшим состраданием и милостью улыбка для всех нас, как садыков. И я говорю о Радхе, которая плавится от сострадания, исполнена сострадания. Господь Чайтанья почему так раздавал милость? Совершенно не имею в виду, какая каста, хороший человек, плохой человек, что у него карма там какая. Почему так раздавал милость? Потому что настроение Радыки, потому что вот это сострадание, это энергия Шакти Радыки. И он не мог сдержать этот океан, океан милости. Намаха Баданяя. Очень щедро раздавал. Кришна прямо продает. А у кого Кришна прямо? У Кришны, что ли? У Радхи. Она и есть эта Махабхава, это према, это любовь, олицетворение любви. Махабхава Сарупа Ширада Такурани. Сарва Гуна Кхани, Сарва Канта Ширамани. То есть она и есть это, олицетворение любви. Поэтому Господь Чайтанья мог так раздать. Потому что утонул, и нет конца этому океану. Описывая в Уджалуни Ламани океан расы, Мадури расы, Шингара расы. Рупа Госвами заканчивает его, говоря, что вообще, где я? Я стою просто на берегу и немножко своей стопой дотрагиваюсь до пены. И желаю вообще, чтобы просто вот какая-то волна докатилась, и хотя бы пена, даже не вода из этого океана, даже пена меня коснулась. То есть настолько объемный океан, что Господь Чайтанья, Кришна, он не мог просто выдержать это.
И вот один из океанов, этот он просто выплескивался, этого сострадания и милости. Несколько стихов прочитаю тогда о Радхакунде, что-то, может, про разлуку. Еще, чтобы было немножко понятнее, почему разлука все время так нашими ачарьями проповедуется или говорится, или ну, сами они ощущали бесконечную разлуку. И в Брихат Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами словами Кришны говорит о том, какое наслаждение дает разлука, это ощущение разлуки. То есть полностью ощущая внутри и снаружи боль, страдания, тем не менее преданные и Кришна сам хотят испытать это снова и снова. И это, он говорит, это доказательство того, что разлука приносит счастье, потому что тем, кто это испытал, доказывать не надо. То есть вот кто испытал, что означает боль разлуки с Кришной, и какое блаженство от этой боли личность садака испытывает или ситха, то ему доказывать уже не надо. Для остальных какие-то доказательства нужны, поэтому Санатана Госвами описал вот так, что доказательство — это пример саду, которые хотят снова и снова испытать эту разлуку. Доказательство — это сам Кришна, который идет на разлуку, который усиливает разлуку, который не появляется преданным на глаза. Он говорит гопи в конце раса лилы, что ну, перед танцем, там, говорит, что я не появился перед вами, потому что я хотел усилить эту любовь вашу. Чтобы подобно бедняку, который получил богатство, несметное сокровище, вдруг потерял его. Он начинает так сокрушаться сильно. И вот так, чтобы садака обрел это, с одной стороны, кажется, что он должен обрести опыт встречи с Кришной. Да? Потому что пример про то, что бедняк получил, а потом потерял. То есть настоящая разлука у нас начнется после того, как мы обретем что-то и потеряем, и будем сокрушаться. Вот какой-то даршан, спурти какой-то, и потом потеряно. Сравнивается, когда темно-темно, и молния блеснула, и все опять темно. Еще темнее стало. То есть увидел Кришну, все, уже жизни это не будет нормальной. Но Пурварага тоже разлука, и Пурварага приносит тоже блаженство. Потому что снова и снова с помощью анураги переходит туда. Снова испытать вот эту, как будто не было встречи. Опять испытать эту разлуку пурвараги. И Кришна опять и опять делает так, что преданный испытывает эти чувства разлуки. И вот он в беседе с Нардой, который вызвал в нем такой прилив чувств из-за разлуки, что Кришна потерял сознание в двараке. То есть просто потерял сознание. От того, что сердце не выдержало, когда ему напомнили, как страдает Бриджабаси в разлуке с ним. И виной тому был, как бы, Нарда. И когда Кришна пришел в себя, Нарда аккуратно хотел попросить прощения у Кришны.
А Кришна ему говорит, не проси. Нет, ты на самом деле настоящий друг, потому что когда кто-то напоминает разлученному со своим возлюбленным или возлюбленной о нем, да, то это настоящий друг. Поэтому ты мне настоящий друг, проси любого благословения. Нара такой, о, не ожидал. И Кришна объясняет, почему так. Что это на самом деле само по себе наслаждение разлука. Не то, что наслаждение в том, что ты после разлуки встретишься. А само переживание разлуки приносит наслаждение. Но при этом Кришна говорит особую вещь, такую, которая может пройти мимо. Он говорит, испытать это могут только возвышенные личности. И все. Вот именно наслаждение в разлуке. На уровне разума можно это понять, как-то попытаться. Кришна, допустим, показывает в лилах, что разлука вкусна. Когда он с Радыкой, Видак Дамадова, Рупа Гасвами описывает, когда он с Радыкой встречается, и вроде сейчас вот преодолел ее Вамья Бхаву, когда Радыка внешне отталкивает его, нет, не буду с тобой. И Кришна вроде уже все, вот и помирились, и подружились, и как-то все уже вот можно идти гулять, наслаждаться, песни петь вместе под луной. И вдруг появляется Джатила или голос какой-то, Джатила, там все, и они разбегаются в страхе. И вот представляете, потом опять то же самое случается. И потом снова то же самое. И вопрос, ну если Кришна, если бы ему это не нравилось, он же Бог, может сказать, нет, Джатила больше не подходит для моих игр в сад. То есть вот просто вот Джатила, Кутил, там все, кто мне мешает вообще, да ну их вообще. Что-то я испытываю боль слишком от разлуки. Не хочу этого испытывать боль. Поэтому всех, кто приносит мне эту боль, бжик, удалить. Ну правильно? Ну вот он пишет на компьютере, знаете, выделил, delete, удалил, Джатил, из пьесы так, вычеркнул. Нет, оставил. И снова, и снова, и снова. Она вечный житель Вриндавана, Джатила. Кутила, Абимань, представляете? Вечные, вечные такие, кто разлучает Радху с Кришной. То есть, Кришна от этого в блаженстве. Помимо самой расы, которая там льется, и чем он наслаждается, испугом Радыки, там все, всем этими эмоциями, и любви, любовью. Но помимо этого разлукой, когда он слезы льет, он испытывает счастье, блаженство внутри. Но он говорит, что это может понять только тот, кто это испытал. Хоть влюбленным встреча райских благ дороже, дверь для них – разлука, наслаждение тоже. И в Сахите Дарпане написано, что разлука лучше встречи. Во встрече присутствует только одна любимая, но в разлуке три мира наполняются ей. Пагита Говинде, Джайдева Госвами, пришедший в смятение Мадхусудана. Увидев, как в кругу подруг я пел и танцевал, она ушла, а я, увы, ее не удержал. Как поведет себя она, когда ее найду? Что мне другие, без нее и жизни ни к чему. Я вспоминаю, как велись над лотосом шмели, то брови на ее лице являли гнев любви. Зачем я здесь, зачем в лесу, стенаю я в слезах? Она проникла в сердце мне, рассудок мой украв. Я знаю свет моих очей, терзает гнев тебя. Я успокоил бы его, но где ты, жизнь моя? Тебя я вижу тут и там в безумии любви. О, подари мне, подари объятия свои. Прости, клянусь тобой так, не поступлю я вновь. Пролей же милость на меня, убьет меня любовь. Уплывает, как в речке травинка, на рассвете лебедка моя.
Под ногами застыла тропинка, без любимой, как статуя я. Пролетела в мгновение ока ночь с тобою, и вот уж рассвет. Простучал, как седая сорока, в душу мне, хоть молил его, нет. Ах, рассвет, почему же ты губишь встречи юных и любящих душ? Никогда ты прийти не забудешь, разогнав ночи черную тушь. В детстве рад был тебе несказанно, вот и утро, пора нам вставать. Солнце, луч, твой веселый посланник, мне хотелось его целовать. И мечтать, смеяться и славить день чудесный, но детскую прыть мне пришлось, к удивлению, оставить. И об играх с друзьями забыть. Юность вырвала вскоре победу, стал я в зеркало чаще смотреть. И с луною в ночные беседы я вступал, вновь желая узреть те глаза несравненные девы, что увидел недавно в лесу. Очи черные, где же вы, где вы? Жизнь отдам я за вашу красу. Платье легкое, красное, с синим, руки словно лианы тонки. Почему же, как только их видим, мы дрожим, как от ветра вьюнки? Я письмо написал тебе вскоре, и надежду навстречу храня, выводил я мелком на заборе, что люблю всех сильнее тебя я. Ты пришла в час свидания тайно, в небе ярко светила луна. Мне казалось, блаженство бескрайне, но рассвет его выпил до дна. Проснись, любовь, твое ли острие, тупее, чем жало голода и жажды? Как не обильно яство и питье, никак навек насытиться, нельзя навек насытиться однажды. Так и любовь, ее голодный взгляд сегодня утолен до утомления, а завтра снова ты огнем объят, рожденным для горения, а не тления. Чтобы любовь была нам дорога, пусть океаном будет час разлуки, пусть двое, выходя на берега, один к другому простирает руки. Пусть зимней стужей будет этот час, чтобы весна теплей пригрела нас. Ну и таких несколько коротких. Ветер я опалю, если чуть подышу, если вылететь крику, души разрешу. Меч обнажи, палач разлуки, доколь мне словно уголь тлеть. Как жить мне без нее мгновений, сто раз мне легче умереть. Бля, из сердца вырезал свирель, и непрестанно я рыдаю. И вот так вот эти чувства разлуки Радыки с Кришной, Кришны с Радыкой, принес сюда Рагунат Дас Госвами. Единственный свидетель, вот который дошел до Вриндавана, игр Господа Чайтаньи. То есть много-много лет он провел в Пуре. И пришел, и здесь преданные получали его милость, слушая об играх Господа Чайтаньи. И Кришнадас Кайрош Госвами записал это. То есть по словам он говорит, я записал все со слов Рагунатхи Даса Госвами. Хотите верьте, хотите нет. Но вот это то, что испытывал Господь Чайтаньи. То есть то, что испытывала Радыка. И чтобы донести чувства Господа Чайтаньи так, чтобы затронуть сердце других, вот так, как рассказчик, как тот, кто дает катху, Рагунат сильно погружался в это. То есть он погружался в чувство разлуки Радыки с Кришной. И это помимо того, то есть это играя роль Садыки. Помимо того, что его собственная сварупа Манджари, и сейчас он испытывает эту разлуку сам с Радыкой, он еще и погружался в ее чувство непосредственно разлуки. То есть одновременно две боли, которые он испытывал. Боль свою собственную от разлуки с Радыкой и боль Радхи от разлуки с Кришной. То есть два океана боли, которые испытывал Рагунат Дас Госвами. Поэтому мы бесконечно благодарны ему за ту милость в форме Чайтаньи Чаритамриты через Кришнадаса Кайрош Госвами и в виде Стававали, Вилапа Кусумаджали, который он оставил нам. И он здесь, как старшие говорят, вечно находится, вечно поет свою песню любви. И мы можем, послужив Радакунде, Шьямакунде, послужив Рагунатхи Дасе Госвами, прикоснуться хотя бы тоже чуть-чуть стопой к этой пене из океана его любви, из океана его разлуки.
Поэтому прежде всего нам нужно окунуться в океан сострадания, океан милости. Ати сандра крипая касинду. И потом уже будет все остальное. Тася, апара, расара, виласа, муртир. Ананда, канда, парамат, будут сауки, саумья, лакшми. Брамади, дурла, фагатер, вишабану, джая. Каинкарям, ивама, мама, джанмани, джанмани, сят. Потом можно будет только заразиться так, как ачарьи говорят, что из жизни жизнь. Снова и снова я мечтаю только о том, чтобы стать служанкой, быть служанкой Шиматердарани. Винум каран не патитам скалитам шикандам, брашта чапита васанам раджарада сунах. Ясяка такша шарагата вимурчитаси, там радикам паричарами кадарасен. Кадарасен, когда же я сразу буду служить паричаре, служение выполняющей радики. То есть это придет позже. Вначале нужно получить милость святых. И весь баджан у нас зависит от того, как, насколько милость святых к нам придет. Когда они увидят наши старания в баджане, когда они услышат зов наш души, им будет понятен. Потому что внешне можно делать много служения, но почему-то старшему не хочется как-то вот, ну как-то вот не чувствует он, что там вовлечена душа. Есть. А что это значит? Это значит, что есть Аня Абилаш. Есть другие желания. То есть, если есть другие желания, крика души не будет. И можно служить много-много внешне. Что-то делать. То есть, сейчас вот пойти и начать там служить, что-то там чистить кунду. Вокруг все убирать. Но если за этим не будет бавы, желание получить милости, желание служить. В конце концов, для чего служить? Для того, чтобы обрести еще большее желание служить. Даса, даса, ану, дас. А кто ж такого хочет? Ну кто ж такого хочет? Вечно служить еще и больше. То есть, когда человек говорит об этом, может быть, это не искренне. Так вот, чтобы получить, чтобы это было искренне, и тогда еще больше получить милость. То есть как снежный ком, когда уже доберется до вершины, когда мы как садаки, опять же с помощью милости, докатим этот ком до верхушки горы, до какой-то там ништи, что-то, то потом уже покатится, потом молитвы, то есть уже разлука станет нашей жизнью, нашими искренними молитвами. И молитва искреннего сострадания. И о том, чтобы стать и прутиком в метелке, и кирпичиком здесь, и кем угодно, и пылинкой, и стита дульса дышам. Но, в принципе, это не меняет тайбавы, то есть нашего желания. Это просто показывает наше смирение. То есть не надо пугаться таких молитв, потому что у Прабхадананды Сарасвати Такура 271 текст другой. Один вот то, что он хочет быть метелкой, 271 другой. То есть это не то, что он хочет быть метелкой. То есть надо понять, что это бава, смирение. И Брама останется Брамой, там как-то вот пока еще, пока не уйдет.